Итак, дан старт. Старт закрыт, все участники ушли на дистанцию. 15 километров. Лидеры находятся на дистанции 5 минут 9 секунд. Вчера, во второй день соревнований он был вторым. Вон борьба идет. На второе, третье место все-таки убежали двое. Молодцы! Вторым у нас становится второй, третий. Завоевывает Джамбалова Алиса, Республика Бурятия. Грамотой награждается тренер победителя Джамбалов. Тогда грамоту и для церемонии награждения я с огромным удовольствием приглашаю нашу милую и очаровательную девушку.